здесь стояла? Нет, она просто лежала. Нет, она просто лежала. Я просто ее, ну, тяжелая или не тяжелая, как, ну, она перекатилась на ту сторону. Да. То есть вы поняли, что она тяжелая, да? Ну да. Тяжелой оказалась металлическая емкость для воды. Именно ее пытался похитить незадачливый злоумышленник. Бочку он приметил на дачном участке. Он выглядел заброшенным, и мужчина решил этим воспользоваться. Однако просчитался. Бдительные соседи позвонили в полицию, и оперативники прибыли на место в самый ответственный момент. Мужчина пытался металлическую емкость похитить с помощью манипулятора. Злоумышленником оказался 48-летний местный житель, который похищенное собирался сбыть в пункт приема металла. Водитель манипулятора даже не подозревал, что совершается кража. Злоумышленник сказал ему, что купил бочку. А хозяйка участка только от полиции узнала о том, что чуть не стала потерпевшей и могла понести ощутимый ущерб. Как пояснил мужчина, таким образом он пытался поправить свое материальное положение. Сумма ущерба от действий молодого человека составила бы около 7 тысяч рублей. На горе похитителя завели уголовное дело, и теперь он может лишиться свободы на срок до 5 лет. Влада Волошина, Артур Крыжанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».